В моем детстве за такие отмазки попало бы знатно. В Первоуральске школьница поставила на уши полгорода. Ушла в школу и пропала. Бабушка и дядя, родственники Дианы Ильясовой побежали в полицию. Ориентировка с описанием внешности школьницы сразу была распространена по нарядам ППСП и ГИБДД, находящихся на маршрутах патрулирования. Стражи порядка прочесывали город, выясняли круг общения подростка, устанавливали места ее возможного нахождения. В ночное время в поисках без вести пропавшей принимали участие 35 сотрудников территориального ОВД из подразделений уголовного розыска. Дворы, подъезды, овраги искали везде, пока девочка мирно спала дома у своей подружки. Говорит, не смогла предупредить бабушку, потому что у нее телефона не было. Очень благодарен сотрудникам отдела МВД по делам несовершеннолетних за то, что они усердствовали, приложили усердие в поиске моей племянницы и нашли ее.